кто никогда не бывал на вершине Ивана Великого, кому никогда не случалось окинуть одним взглядом всю нашу древнюю столицу с конца в конец, и кто никогда не любовался этой величественной и почти необозримой панорамой, тот не имеет понятия о Москве. Ибо Москва не есть обыкновенный город, которых тысячи. Москва не безмолвная громада камней холодных, составленных в симметрическом порядке. Нет, у нее есть своя душа и своя жизнь. Как в древнем римском кладбище каждый ее камень хранит надпись, начертанную временем и роком. Надпись для толпы непонятную, но богатую и обильную мыслями, чувствами и вдохновением. Как у океана у нее есть свой язык, сильный, звучный, святой и молитвенный. А едва проснется день, как со всех ее златоглавых церквей раздается согласный гимн колоколов, подобно фантастической увертюре Бетховена, в котором густой рев контрбаса, треск литавр с пением скрипки и флейты образуют одно великое целое. И мнится, что эти бестелесные звуки обретают видимую форму, что духи неба и ада свиваются под облаками, образуя разнообразный и быстро вертящийся хоровод. О, какое блаженство внимать этой неземной музыке, находясь на самом верхнем ярусе Ивана Великого, опираясь на узкое мшистое окно, которому привела вас скользкая витая лестница, и думать, что весь этот оркестр звучит только для вас, и воображать, что вы царь этого бестелесного мира, и пожирать очами этот огромный муравейник, в котором суетятся люди, для вас чуждые, и в котором кипят страсти, вами на минуту забытые. О, какое блаженство! Разом обнять душою всю эту суетную жизнь, все эти мелкие заботы человечества и посмотреть на мир с высоты. А что сравнить с этим Кремлем, который, окружаясь зубчатыми стенами и красой золотыми главами соборов, возлежит на высокой горе, словно державный венец на челе грозного владыки? Он алтарь России. На нем должны совершаться, да и уже совершались многие жертвы, достойные Отечества. Давно ли, как баснословный феникс, он возродился из пылающего своего праха? Нет, ни Кремля, ни его зубчатых стен, ни его пышных дворцов описать невозможно. Это надо видеть. Видеть. И чувствовать. Все, что они говорят твоему сердцу и воображению.